Наш телеканал уже сообщал о блестящем выступлении тверских гребцов на Кубке мира, который прошел в венгерском городе Сегед. Дарья Харченко завоевала бронзовую медаль, а Илья Первухин и вовсе взял золото. Наша съемочная группа пообщалась с чемпионом. У гребцов нынешний сезон, как и у представителей остальных видов спорта, получился скомканным. Многие соревнования были отменены, в первую очередь Олимпиада. В результате Кубок мира в венгерском городе Сегед стал самым сильнейшим турниром уходящего сезона. Поэтому биться было за что. Для тверичанина Ильи Первухина эти состязания стали примечательными и по другой причине. Илья первый старт вообще международный в одиночке сделал. Начиная с юношеских соревнований, он не гонялся, он все время шел в экипажах. И порадовал и временем, хотя уже конец сезона. Успешно он прошел старт и одиночника, и тем более двойку они так уверенно выиграли. Именно заезд на каноэ двойки стал триумфальным для действующих чемпионов России Ильи Первухина и Кирилла Шамшурина. На олимпийской дистанции в 1000 метров наши спортсмены стали первыми, обойдя основных конкурентов – хозяев венгров и румын. Гонка прошла очень хорошо, напарник задал хороший темп и смогли продержать до последнего. Видели, что идем в лидерах, а конкретно какие, и уже после финиша только посмотрели и увидели, что полкорпуса лодки где-то смогли выиграть у соперников. На этих же соревнованиях порадовала и Дарья Харченко. Тверичанка в составе экипажа каноэ двойки на дистанции 200 метров завоевала бронзу. Всего с учетом спортсменов-инвалидов сборная России взяла первое место в общекомандном зачете. В активе наших гребцов 17 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.